Уважаемые зрители и подписчики моего канала, я вас приветствую. Сегодня я хочу вам продемонстрировать, как быстро можно приготовить такое блюдо, как куриное филе на сковороде. Мясо получается очень сочным и вкусным. Что нам для этого понадобится? А теперь приступим к ингредиентам. Это, собственно говоря, куриное филе, которое продается во всех магазинах сейчас, поваренная соль и остро-сладкая приправа для курицы. Можно взять любую, можно приготовить самому. Специи, которые вам нравятся, вы можете использовать по своему усмотрению. У меня есть готовая специя, поэтому я ее буду и использовать. Ставим нашу сковороду на плиту, на максимальный огонь, будь то газовая либо электрическая плита. И в это время, пока разогревается сковорода, дно которой слегка смазано растительным маслом, я буду солить и приправлять куриное филе. При приготовлении, собственно говоря, что нам нужно сделать? Посолить. Солите по своему вкусу. Ну и, соответственно, присыпать приправой. С одной стороны, затем перевернуть. И то же самое сделать с другой стороны. Наша сковорода разогрелась. Выкладываю туда мясо. И обязательно накрываю крышкой. Ровно 2 минуты. Если у вас плита электрическая, то на большинстве плит можно установить время работы конфорки конкретной. Ровно через 2 минуты снимаем крышку. Переворачиваем наше филе на другую сторону. Снова накрываем крышкой и включаем ровно на 1 минуту. Ровно через 1 минуту у меня конфорка отключилась. Я не снимаю сковороду с конфорки и не открываю крышку. Оставляю еще на 3-4-5 минут мясо томиться в собственном соку под паром, который находится под крышкой, но уже при выключенной плите. Итак, мясо у меня томилось ровно 5 минут. Я снимаю крышку и достаю курицу, тарелочку. Куриное филе наше готово. Сейчас берем один кусочек, разрезаем и смотрим, что получилось. Филе сочное и вы по разрезу видите, что мясо полностью готово. Приятного аппетита!